С 29 марта новый выпуск еженедельника «Волна». Читайте в номере. Передвижной маммографический кабинет. Обследоваться могут женщины Печорского района. На пенсии все только начинается. Бабушки танцуют твист. Битва тортов. Конкурс кулинарного мастерства среди выпускников Печорского техникума. Материнский капитал на оплату детского сада. Какие нужны документы? Все на лыжи. Наш фотоотчет. Как всегда, в номере «Кроссворд», «Сканворд», «Гороскоп», программа телепередач на неделю, детская страничка. И, конечно, объявления, с помощью которых вы можете купить то, что вам нужно, и продать, что не нужно. И помните, наш еженедельник не выходит в понедельник, он выходит в четверг.